Привет-привет, мои прекрасные друзья. Доброе, прекрасное субботнее утро. Я надеюсь, вы сегодня отдохнете. Помните, когда Бог сотворил мир, 6 дней он работал, а на 7-й решил отдохнуть. Может, и вы так сделаете? А вы пробовали ничего не делать? Вот абсолютно ничего не делать. Созерцать, думать о себе, о горнем. Приходить в себя, приходить к себе. Может быть, суббота для этого и дана, чтобы вы остановились от вечного бега и пришли к себе. Правда, здорово. Мне кажется, деревня – это место силы. Место уединения, где вы можете успокоить свою душу и просто заняться созерцанием хотя бы в один день. Уединение и покой – это большая роскошь. И ведь именно здесь этого можно достичь. Помните по Канту, что такое счастье? Это звездное небо над головой и гармония с собой. Звезды тут можно достать руками. Подумайте, не зря одна нация так чтит субботу. Подумайте о том, чтобы ничего не делать. Освободить свой ум от суеты и забот. Может быть, в этом есть глубокий смысл. Побыть наедине с собой и подумать. Я заметила, что человек сходит с ума стадом, а вот просыпается он в одиночку. Я желаю вам сегодня проснуться в одиночку для себя и подумать, зачем вы пришли в этот мир. Может быть, все не зря? Вы же знаете, мир полон чудес. Может, вы это и есть чудо создания. Я надеюсь, вы ответственны за свою жизнь и можете позволить себе день отдыха. Ну что, расскажите мне, человек для субботы или суббота для человека? Ну что, подумаем об отдыхе, о досуге, как его провести хорошо. И это не называется ни в праздности, ни в безделии, а в раздумьях. Обнимаю вас любовью. Чао-чао. Подумайте о себе. Вернитесь к себе. Придите в себя. Я вам этого желаю. И желаю счастья вам. Обнимаю любовью.